Дан старт третьей скачки. Приз открытия скакового Сибон для лошадей 3 лет чистокровной верховой породы. Скачку повела леди Агнес, тоже Севара, Тунис Гай, Ирагон. Скачку ведет Севара. Леди Агнес возглавляет третью скачку под седлом жокея Марселя Желчубекова. Участники скачки проходят перед трибунами. Впереди леди Агнес, далее Севара, Рагон и Тунис Гай. Замыкает секрет. А скачку ведет леди Агнес. 31,1 секунды пройдено 500 метров дистанции. Лошади идут кучно. Впереди Тунис Гай. Внимание, падение жокея. Тунис Гай впереди. За 35 ровно пройдено 500 метров дистанции. Скачку ведет Севара, тут же леди Агнес. Севара, леди Тунис Гай, леди Агнес и секрет. На финишной прямой третьей скачки приза открытия скакового сезона. Чуть впереди Севара. Финиширует Севара, выигрывает приз открытия скакового сезона. На втором месте Тунис Гай. Заканчивает дистанцию леди Агнес. Финиширует секрет, выступающий вне зачета. Падение второго номера жокея Вадима Салимханова произошло на дистанции.